Всем привет из солнечного Мерсина. Вас приветствует агентство недвижимости «Дом Мерсине». Зовут меня Юлия. И сегодня мы вам сделаем небольшой обзор нашей стройки, нашего комплекса «Мавида Алата», который находится в районе Арпач-Бахшиш. И это видео для тех, кто уже приобрел квартиру в данном комплексе и для тех, кто еще думает купить хорошую качественную квартиру на берегу Средиземного моря. Сегодня мы вам хотим показать, на каком этапе наша стройка. Вообще мы очень часто снимаем видео в Instagram, поэтому всем, кому будет интересно, подписывайтесь на наш Instagram. Ну а сейчас давайте посмотрим, на каком этапе наша стройка. Дом уже практически возведен, 15 этажей, крыша, все уже готово. Сейчас ведутся работы по подготовке к внешней отделке комплекса. Уже делают забор, равняют территорию. Как видите, работает экскаватор сейчас на данный момент. Строят забор, рабочие работают даже в выходные. Ну а сейчас давайте пойдем посмотрим, что же изменилось в последних наших видео. Ну и начнем сразу со входа. Я думаю, что многие уже видели, мы делали не раз видео, как будет выглядеть входная группа. Она будет на уровне пятизвездочного отеля. Сейчас мы в будущем лобби. Здесь будет мягкая мебель, очень красивая декоративная отделка. С левой стороны будут автоматические двери и фитнес-зал, который будет достаточно объемный, большой. С правой стороны у нас будет детская площадка. Далее у нас будет комната управляющая, или по желанию жильцов здесь можно сделать комнату отдыха. Главное, что это помещение есть, и вы, жители данного комплекса, сможете распоряжаться ей как захотите сами. После комнаты управляющего мы видим сразу парадный вход, лестница, которая уже облицована черной плиткой, выглядит шикарно. С левой стороны у нас два лифта, и на данный момент ведутся работы по установке самих лифтов. И сейчас давайте пройдем по коридору, по которому вы с лифта будете выходить к бассейну. Здесь у нас с правой стороны будут санузлы, также будет душ, что тоже очень приятно радует, потому что это очень важно. И далее давайте посмотрим еще раз на бассейн. Он тоже очень приятно радует своими размерами, потому что комплекс состоит всего из одного блока, но площадь самого бассейна 500 квадратных метров. Длина его 50 метров и ширина где-то 20 метров будет. Ну а сейчас мы на первом этаже, здесь уже подъезд облицован плиткой, и вы его можете увидеть в том виде, в котором будет на каждом этаже. Очень большой объемный подъезд, 95 квадратных метров. Здесь у нас по 6 квартир на этаже, 4 квартиры планировка 1 плюс 1 и 2 квартиры планировкой 2 плюс 1. С восточной стороны у нас еще есть выбор видовых квартир. Мы сейчас обязательно поднимемся и еще раз покажем, какие виды будут с балконов этих квартир. Хочу еще раз отдельное внимание обратить на комнату, которая будет на каждом этаже, точнее две таких комнаты будут на каждом этаже. Здесь у нас выводы под блоки кондиционеров от каждой квартиры. Это очень удобно. У вас на балконе никогда не будет шума или нагрева от моторов кондиционеров. И это один из пунктов, которые привлекают в этом комплексе. Также вы это помещение можете использовать как складское, поставить сюда свои, допустим, велосипеды, коляски. Это тоже очень удобно. Ну, еще раз вам покажем квартиры. Сейчас мы находимся в квартире 86 квадратных метров, 1 плюс 1. Здесь у нас хорошенький, маленький, но очень хорошенький коридор. Здесь уже есть место под стиральную машинку, под газовый котел, под обувь и верхнюю одежду. С левой стороны у нас санузел. Здесь уже выложена плитка. От застройщика здесь будет душевая кабина, шкафчик с зеркалом, под умывальником шкафчик. Также здесь будет подводка под проточный водонагреватель, подвесной унитаз и подсветка во всех комнатах.
Ну а сейчас пройдем в кухню-гостиную. Напомню, что общая площадь данной квартиры 86 квадратных метров, жилая площадь 58 квадратов, светлая, просторная. Кухня-гостиная у нас выполнена в сером цвете. Вообще все квартиры в очень спокойных, теплых тонах. Сразу хочу обратить внимание на столешницу и облицовку фартука. Выполнены они из настоящего белого мрамора. Это тоже очень приятно радует. Много рабочих мест, много шкафчиков, куда вы сможете поместить всю свою посуду. Также от застройщика идет в подарок тройка, газовая плита, духовка и вытяжка. И есть место под микроволновку, холодильник и посудомоечную машинку. Зона кухни и коридора облицована серой плиткой, а зона гостиной облицована коричневой плиткой. Тем самым застройщик зонировал эти зоны. Но на высоких этажах вы можете поменять плитку, допустим, полностью сделать коричневым, либо серым цветом, это уже в ваших руках. В этой комнате уже готовы все подводки под телевизионную антенну, интернет, кондиционеры, достаточное количество розеток и также есть выводы под батареи. И давайте сейчас посмотрим, у нас панорамные окна здесь. Они выполнены в пол, двойной стеклопакет, тем самым у вас будет всегда тепло зимой. Большой балкон, площадь любого балкона из наших квартир составляет 8 квадратных метров, правильной прямоугольной формы. При желании вы сможете их застеклить, и у вас будет отдельная зона. Сейчас давайте посмотрим еще раз на территорию комплекса. Сейчас на данный момент ведутся работы по облицовке внешней отделки здания. Также уже готов бассейн, осталась только облицовка плиткой. Все системы фильтрации и так далее, все это уже готово. Из зоны гостиной переходим в спальню. Она также очень светлая за счет того, что здесь большое окно, хорошая большая площадь. Комната правильной прямоугольной формы, в ней есть уже все, то есть подводки под телевизор, под кондиционер, множество розеток, на полу ламинат и светлая приятная окраска. Также обращаю внимание на потолок, он у нас двухуровневый, здесь можно сделать точечную подсветку. Ну и, конечно, не обойдем внимания квартиры 2+1, потому что это действительно достойный вариант. Общая площадь данной квартиры 135 квадратных метров, жилая примерно 105. Здесь два санузла, две спальни, два балкона и отдельная гардеробная. Давайте еще раз посмотрим. В принципе, квартиры все в одном стиле, поэтому немножко еще раз пробежимся и напомним вам, как она выглядит.
последняя квартира, 1 плюс 1, общей площадью 95 квадратных метров. Мы сейчас на 9 этаже, это квартира в продаже, и мы хотим показать, какие виды вы купите. Эта квартира еще в продаже, поэтому звоните, пишите. Есть и более высокие этажи. Вы выбираете не только качественную, большую, хорошую квартиру, но и вы выбираете тихий, спокойный район с прекрасной набережной и песчаными и галечными пляжами. Также этот комплекс находится в непосредственной близости к городскому округу Эрдемле. Все предыдущие видео данного комплекса мы прикрепим в описании. Также там будут обзоры районов Арпачбахшиш, Эрдемле и всех-всех необходимых вам инфраструктур, таких как школы, больницы. Все это у нас есть, поэтому переходите по ссылочкам и смотрите. Сегодня мы вам делали обзор нашей стройки Мавида Алата, комплекса премиум-класса, который находится в районе Арпачбахшиш. Конечно, уже очень много квартир продано, но еще есть хорошие варианты на верхних этажах разных планировок. Поэтому для тех, кто хочет купить хорошую качественную квартиру на берегу Средиземного моря, в тихом, спокойном районе, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы подберем вам очень хороший вариант. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не забывайте подписываться на наш канал «Дом в Мерсине». Отслеживайте нас в Инстаграм. Не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик. И до новых встреч. Пока!